Это акватик парк в Беркли, то есть озеро. И вот панорама. Здесь можно взять в аренду лодку, поплавать. Какая-то компания Plexicon называется. Мост разрисовали граффити. Вот мужчина и женщина, или две женщины, мужчина и женщина, наверное, на лежачих велосипедах, то есть сидят, они сидят. Вот. Тут граффити все изрисовали. Трафик медленный довольно-таки. Здесь вот мост. Сейчас я по нему пройду и сниму панораму другую.